Всем привет, еноты, с вами Леон, и мы продолжаем играть в Sims. Ну и, в принципе, мы решили создать комнату, с помощью которой, можно сказать, мы нажмем «Завести ребенка» с нашей пассии. Так, она что-то занята, что ли? Подождите, а программа... Да не вирус я хотел создавать. Программа взломать суперкомпьютер. Вот я пытаюсь взломать суперкомпьютер, а не получается, наверное. Это не так-то просто, видимо, это надо не один день сидеть и взламывать этот суперкомпьютер. Короче, ты просыпайся. Просыпайся, черт возьми. Другие варианты, романтика. А где тут завести ребенка? То есть это надо, чтобы было настроение, что ли, какое-то? Или через бабу? Другие варианты, романтика. Сделать предложение, признаться в любви до гроба. Заняться сексом. Блять. Сидит, что-то делает, а? Боже. Пытается взломать суперкомпьютер, но ни хрена. А что-то ребенка-то уже нельзя, наверное, завести, да? Она-то уже старая для того, чтобы заводить ребенка. Сексом, значит, не старая заниматься, а ребенком заводить старая, да? Тут другого-то нету. Слушайте, все, я упустил, видимо, момент. Она слишком старая, а мы еще молодой красавчик. Поэтому ладно. Как я и сказал, мы сейчас с вами сделаем то, что хотели сделать. Раз она уже нам не нужна, эта баба, мы сделаем вот так. Она слишком старая, мы слишком молодой. Блять, недостаточно средств, да вы задолбали продать. Мафон. Дверь какую-то маломальскую. Все, я готов. Ах да, ну что, помирать что ли так и просто? На, конечно, супер милом стуле она будет помирать. Садистские наклонности. Пусть как просыпается, идет садиться сюда. Все. Стоп. Поднимаем стены. Удаляем к херам дверь. И вот она одна в комнате. Осталась у нас, получается. Да, и посмотрим, что с ней будет. Эксперимент социальный пройдем. Да, ведь? Комната обычная. Даже сделаем вот так вот. Пусть наш енот там делает, что хочет. В душ сходит там. Починит сперва душ, а потом сходит в него. Так, социальный эксперимент. Она уже старая, нахер нам не нужна. Играет в телефон. День первый. Она просто играет в телефон. У нее больше другого нету, но она все равно счастлива, черт возьми. Охреневшая баба. О, мы получили 358 баксов. Она продолжает играть в телефон, несмотря ни на что. Так, другие варианты. Оплатить счета.
все, иди оплати счета, енот. И другие варианты. Программа. Взламывать. Давайте какие-то сервера. Да нет, какой спать, енот, ты чё? А чё, не могу ничего поделать? А, он, короче, не хочет ни хера делать, хочет тупо спать. А чё у нас с бабой? Смотрите, она сейчас обоссится. Уже все, не может, не может, хочет жрать. Прости, но ты нам не нужна. О, лужу под себя надела. Так ты протери пол. Вот. Слушайте, ну, она сейчас уже воняет. Сменить одежду. Ну, ты смени на праздничную одежду какую-то. Просто стой, воняй тут. А енот пока будут заниматься боксом. Правильно, ведь нам нужна новая баба, чтобы были мы красивыми. На, слушайте, идет все-таки этот перечень. Ну а ты че? Она уже сходит с ума. Но все-таки телефон у нее есть. Телефон вообще надо отключить у ней. Выйти на пенсию. Она вышла на пенсию и вот теперь все, расслаблена. Правильно, теперь никто не сможет тебе помочь. Другие варианты. Слушайте, а вот эту вот программу мы пишем, да? Сел, пошел спать, что ли? Слушайте, она вообще даже не хочет подыхать. Воняет, воняет. Ну, конечно, еда уже все. Что, сидит, села, посидела, спит на стуле. Что там под юбкой у ней? Под юбкой у ней! Ничего! Боже. Жрать-то хочется, видимо, да? В четырех на стенах. Так, енот, ты куда пошел? Просматривать предметы искусства. Енот, нахрен тебе это надо? Давай лучше взломи что-нибудь. Взломи. Компанию Пламбург, допустим. Она уже все, не может ничего сделать. Что с ней можно вообще поделать? Заняться бегом. Не может уйти. Сменить одежду. Официальный костюм. Одежда. Одежда для сна. Это одежда для сна? Хера себе. Ну, давайте еще что-нибудь можем поставить и такого интересного, допустим, чтобы повеселее было. А, что тут? А, это увлечение, да, наверное? Багаж семьи, кстати, есть. Ух ты! Обаяние, диплом, одинокая роза. Давайте банкомат поставим, а нам некуда тут его достать, получается. Розочку можем себе на стол поставить. Потому что мы красавчики. Книжку. Погнали дальше. Ну, я так понял, что не так просто убить Симса. О, 504 бакса получили. Мы красавцы, что там. Подожди, енот, другие варианты. Программа взломать. Иди взломай. Суперкомпьютер, иди взламывай, пожалуйста. Суперкомпьютер вот хоть идет. Какой-то отчет по взлому. А у бабы все хуже и хуже. Желудок вообще у нее, смотрите, она. Ну, чуть уменьшается. Суперкомпьютер, давай, взломаем суперкомпьютер, получим 1000 баксов, наверное. Нет, не получим 1000 баксов.
638 долларов. Отлично. Тут что можно? Использовать только в туалет можно, да? Иди спи, енот. Слушайте, у нее вообще все хорошо. Ну, почти все хорошо. Досуг вообще у нее на положительном моменте. Она, ну, хочет уже есть, конечно. Боже, когда ты умрешь. Она, блин, лама помогает во всем. Лама помогает завести девушку. Лама помогает, когда ты уже умираешь в одной комнате с горшком. А что, если мы тебе поставим сюда туалет, и если он вдруг сломается у нас, то затопит все пространство? Угу. Фонтан хотел поставить. Нихера нельзя фонтан поставить. Так, подождите секунду. Диваны. Может, есть супер какая-нибудь дешманская плита, которая может загореться? Нет, не может она готовить. Удаляем эту плиту нахер. Сейчас опять обоссется. Подождите, она может шлепать по лужам? Это как? Вот так, что ли? Воняет уже старуха. Енот, ты там спишь? Иди поешь хотя бы. Вот сразу стало чисто в квартире, как одну заперли мы. Эксперимент продолжается. Сим. Ну... Она, как бы, знаете, ну вообще не уменьшается, по-моему. Либо уменьшается, но очень мало. Короче, спит еще она тут, а? Не надо нам, чтобы она спала. Пересматривать веб-страницы. Включить телефон. Енот, ты там нормально, да? Енот лучше всех вообще у нас. Енот вообще красавчик. Чё же она не подыхает, а? Так, убрать, помыть и возобновить. Готовить салатик. Да, мы хотим сыграть с тобой в игру. Ты уже вообще недовольна ничем. А енот что делает? Жрет, что ли? Красавчик. Пописать как настоящий чемпион. Чемпион? Так, подождите, у нас в карьере тут цели есть. 2 часа играть в компьютерные игры. Вот, играть в игру Sims. Иди играй в игру Sims. А у нее все хуже и хуже идет, короче. И спать она вообще не может нигде. Блин, ну скоро, уже скоро. Вот, все. Теперь может участвовать в турниры для новичков у нас. То есть тут можно, видимо, зарабатывать чем-то другим, да? Ну, допустим, играть, записаться на турнир новичков. Турнир по игре в Sims. Иди запишись, енот. Турнир по игре в Sims, боже. Вот так вот. Я хочу с тобой играть в игру. Вообще все у нее на критическом уровне. Мы что делаем? О боже, сломался. Ну, синий экран смерти, это вообще отстой. Так, программа. Создаем вирус. Ну чё ты? Все уже, да, наверное? Откинешь скоро все.
На удивление, досуг у ней нормальный. То есть тут как бы баба сама себя развлечет в пустой комнате, так что... Давай же уже. Что там Ена делает? Ой, опять обоссалась. Можешь пошлепать на... ножками. На. Что тут еще есть? Что у нее вообще есть? Какие? Найти работу, запланировать мероприятие. Пусть стоит, ничего не делает. Боже, своей же уснула. Красотка. Что мы там, вирус создали? М? 381 маш бакс. Ну, что, неплохо. Примем душ и пожрем что-нибудь. Чипсы Белты вот. Что, она продолжает? Нужда уже ей не нужна, нужда. Она уже в порядке, слушайте, относится. Спит, правда, вообще. Может быть, я не знаю. По-любому, вот груша какая-нибудь, боксерская, та же самая, повысит, ну, то, что она захочет кушать. Блядь, сюда ее не поставишь. Может, она на гитаре хочет вот это играть. Учиться. Она не хочет учиться, она может восхищаться этой гитарой, поэтому... Давайте... С этой гитарой она выглядит вообще эпично. Так, продадим ее. Хрящий денег. Что там енот делает? Жрачку. Жрачку себе готовит хитрый енот. Хитрый енот потаскун. Вообще мастер он. Повысил уровень себе. Что у нас там? Не хватает общения. Знаете что? Другие варианты. Давайте общение с кем-нибудь. Найти друга по переписке. Типа, может быть, кто-нибудь ответит. Другие варианты общения. Проверить сообщения друзей по переписке. Никто не ответил. Короче, никто нам не ответил. Программа. Написать плагин. Создать, взломать. Компания Пламбук. Ну, давайте взломаем. Че? Херня же. Баба, ты что там? Ну, она радуется, она вот такая старая уже, никому не нужная. Я думал, он начнет грызть стены. То есть такая комната, у нас такая пристройка, знаете, странная. Что ж там такое у нас? Опять. О, 500 баксов, отлично. Отлично. Енот уже, может, взял, хакнул там, заработал до хереща бабла, пошел, поспал. Ждем, когда она уже поддохнет. Уже скоро должна. Потому что слишком старая. Ну, да, посмотрим, как выглядит смерть. А мне кажется, она своей скоро смерть умрет от старости, блядь. Не может человек столько дней без еды находиться. Енот-то спит. Енот спит, у енота вообще все зашибись. Сейчас что-нибудь взломаем еще мы с вами с енотом. А, нет, знаете, что мы сделаем? Проверим друга по переписке. Че, она уже все... Уже все плохо у ней. Гигиена, общение на нуле. Опа, опять лужа. Ну, без еды-то, блин, слушайте, Симы вообще долго без еды не могут. То есть,
В любом случае, если вы даже оставите своего персонажа где-нибудь помирать, то она выживет. Так, енот, иди найди друзей по переписке. Быстренько, 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 быстренько. Ну, еще пенсию дали. Чё, чё, чё? Лунар Лейк с кем-то общается там у нас, енот. Общение. Нет, сеть. Куда пошел? Жаль, пошел, допустим. Че с бабой-то? Когда она уже откинет? Живучая, черт возьми. Ну, что делает? Готовит там. Блин, а кто нам теперь будет убирать это все дело? Наверное, мы сами. Программа. Создать. Да черт его знает, что создать. Взломать сервера компании. Что с бабой-то? Все уже скоро. Ну, слушайте, уже все. Почти, кроме вот этого досуга, который она успевает поиграть в телефончик свой. Отчисления, между прочим, идут уже 4000. Что случилось? Все. Смерть пришла. Планшетик, что ли, смерти? Ха-ха. Охренеть. Включила музыку. Подождите, можно вступиться за Нэнси? Сейчас я нажму вступиться за Нэнси. А я не могу ничего вступиться никак. То есть я даже не могу включить никакой режим. Иди плачь. Это что? Урна, что ли, Нэнси? Вот, а теперь я могу как бы... Подождите, у меня тут осталась смерть, что ли?